Доброго времени суток, народ. Вы на канале Ирина Бар, дальнобой со мной. Я на разгрузочке сижу и просто... Я уже много раз вижу такие вот местные. Это компашка, которая делает холодильники, там всякие электронные, короче, вещи, да. И у них вот, ну, компашка это как город. Очень много здесь всяких заездов, выездов. Но у них даже вот такие появились тягачи электронные. Я подходила, спрашивала там женщина, и я говорю, что это трак? Она говорит, нет, это тягач, который перетягивает трейлера с одного места на другое. Местные такие, ну, короче. Но он полностью на электрике, прикиньте. И я говорю, это что значит, что скоро и траки такие будут? Она говорит, возможно, возможно, и траки такие будут уже скоро. Ну, короче, прикольная штучка, похожая на европейца чем-то, да? Не европеец, с таким носом прикольным. BYD, что-то такое, да? Компания, которая их делает. Ну, вот так вот решила показать вам, водилам тех, кто в Европе, наверное, для американцев это прикольно, да? Посмотрите, у нас тоже появились такие без носов траки. Ну вот. Так что, моментик с моего дня, разгрузочка. Сижу, жду. Всем добра и мира!